Или оно случайно записывается. В общем, была я сейчас на набережной, хотела мороженое захавать. А в результате, пока шла, слопала это мороженое. Но набережная очень крутая. Что там парк, я забыла, что там очень классно. Даже специально можно как-то туда выползти и погулять. Даже, может быть, с фотиком. Вот я там нашла. Просто офигеть, сколько незабудок. Немножко взяла себе. И у меня есть из Пскова... Ой, выпал. Маша привезла. Подружка. Типа сувенир. Я как бы тоже была в Пскове. Но так как у меня уже был сувенир, я стараюсь сейчас не покупать сувениров, ибо у меня их так дофига. И некоторые в свое время привозила, рассчитывая там на определенное количество друзей, людей кому-то задарить. Но некоторые оказались уже не совсем друзьями. Раз уж я тут стою, то вот такая красота. Ну, красота же. У меня не получилось у самой отсоединить крепление. И сегодня, если родня не смогет, то придется искать на ДНС или где-нибудь. Может, в связном это самое крепление. Ну, это определенную запчасть, короче. Чтобы можно было безболезненно прикрепить на руль. Тише, у меня что-то орёт. Там сегодня ел и пил. И вообще у него еды завались. Было бы желание. Я не знаю, слышно его, как он орёт в эту камеру или нет. Точнее, в эту камеру слышно ли, как он орёт. Из раквери индульгенция, или как там ее, из Пскова. А это уже я на батике малевала, когда там лет 16. Тут прочитанные эльфы, а тут не прочитанные эльфы.